отработано 6 месяцев концентрации антиобщественного элемента. В УВД доставлено 17 лиц, из них дископировано и поставлено на фото-видеоучет 14. По месту жительства проверено 101 лицо, состоящее на профилактическом учете номер 1 УВД по городу Брянск. Значит, проверено 6 нелегальных пунктов приема, лома цветных металлов, выявлено 4 факта сбыта крепких спиртных напитков домашней выработки. Данные мероприятия будут проводиться ежедневно и в последующем.